Всем привет, ребят, с вами Щербинин и Эдисон. Всем привет, дорогие друзья. Да, и мы, ребята, играем GTA 5 онлайн сегодня. Да, и будем искать приключения на свои попы и сразу же, наверное, куда-то поедем, да? Ну, я уже минуточку поставил, мы поедем сегодня, ребят. Ну, по старой доброй традиции. Ты меня не все себя слышишь, что ты меня... Да, я просто на твой крутой пулемет посмотрел, розовенький такой. Да, у меня розовенький такой, видишь? Стильный. Бомжара. Давай, давай. О. Я что, прямо в голову сразу попал? Там еще кто-то, а ну стой. Вот он, сейчас. Он что, убегает? Он танцует. Да, все, минус два. Аннулирован, чувак, тоже стоит. Короче, мы сегодня едем на военную базу. Вот. И возьмем, попробуем угнать истребители, как и обычно. И что, попробуем кого-нибудь пошмалять, пострелять. Да? Игра, как обычно, проседает. Отличная оптимизация игры. Супер просто. У меня не погружаются текстурки. Спасибо, Rockstar, за мое счастливое детство. У меня, если честно, тоже такие проблемы иногда бывают. Не знаю, из-за чего это. У меня 20 FPS и проседает еще сильнее. И главное, это в некоторых местах. Не всегда. Например, едешь, пум. Один раз и все. И потом пропадает. Но, как говорится, один раз не... Да, не то. Да, но мы... Блин, я постараюсь с этими лагами, конечно, доехать. Я извиняюсь за такие лаги, все-таки, но... Господи, вы сейчас же видите, все четенько идет. А в городе у меня начинает проседать. Или вот сейчас начинает почему-то проседать. Еще куча, видите, у меня висит. Приглашений на разные мероприятия. Короче, я сегодня Летулькин. Мы сегодня полетим. Давай. Ух ты. Отличное приземление. Сейчас еще полетим. Еще раз. Интересно, как эта машина вообще... Ты видел это? Ну, у меня такими лагами я не все вижу, но нормально. Ай, 20 FPS. Господи, ребят, я реально извиняюсь за такие лаги. Я не знаю, что причина. Комп хороший, видимо, может, вирусы подзабил, там мапка меня лагает потом, ну ладно. Возможно. У меня тоже лагает, но вроде лагает не игра, а сам сервер. Но, кстати, возможно, сервак, потому что... Возможно, да. Сервере. Кстати, да, я это тоже забыл учесть. Так, вон военная база. Вижу. А, ну так как мы, блин, рядом с горы, с этой, ну, давай с этой горы попробуем спрыгнуть. А там просто... Кто там взрывается? Уже не знаю какой раз. Ну, короче, да я, в принципе, знаю, как прыгать, но... Давай. Ой, тут вода еще. Так, надо мелководье найти. Мелководье. Где-то вроде можно переплыть спокойно, вот здесь. Да. Во, реально глючит сервер, мне кажется. Ну, я прям, блин, у меня прям, знаешь, такими рывками иногда бывает. Да, у меня тоже. И, ребят, вы как знаете, когда мы играем с Ильей, мы обычно играем на пустом серваке, идет все плавненько. А вот сегодня на полном серваке это да. Видимо, игра пытается подгрузить всех игроков на сессии и использовать там еще, не знаю, оперативки или еще что-нибудь. А у меня оперативки почему-то мало в последнее время. Может, то, что я стоял Dream Sand, который я еле как удалил. ХЗ. Надо проще переснуть на бутвинду. Так. Чувствуешь, жалки у нас полетушки все. Ага. Ты с горы прыгаешь? Какой у тебя способ? А, сейчас я найду эту любимую гору, где вообще Илья любит прыгать, но я его... Что? Уже? Это... Да нифига себе! Это танки! Так у нас, потому что... Так у нас уровень розыска, тыры-пыры. Ага. Копьют, поэтому идите в жопу! Да. Нужно было приехать без уровня розыска, мы сразу... Сейчас он спадет, как раз пока доберемся, он до той... Что? Ой. Ой. Что, простите? Еще раз. Это нормально. Это у меня каждый день так, кстати, ребята, знали? Фаги поймут. Так, эту гору нет, надо будет повыше забраться, посмотреть. И... Но не надо прыгать, господи, серьезно, что ли? Так, по-моему, с этой. С этой? По-моему, да, я честно не помню. Я, видишь, я говорю, я прыгаю просто в другом месте. Да, ага. Вот с этой горы. Сейчас подождем, пока... Пройдет может, розыск. Уедете? Дай пока выйдем на них. Что, как я вылез так быстро? Ребята. Сейчас я вылезу. Он что-то стоит, он что-то заподозрил. А, так там, походу, чувака нет, он вылез. И обратно. Блин, он обратно залез. Где? В танке? Я только хотел. Да, вон. А, да. Там так. Никого не было, и как раз я хотел только убить его и появился. Это, чуть спал уровень розыска, и он залез обратно. Ага. Так, я предлагаю, пусть они пока проедут. И мы будем прыгать потом, что мы, давай. Ну, иначе они нас разнесут очень быстро. Ну да. Ну, с танка с одного выстрела, да, они уничтожат эту машину? Да, конечно. Да. Быстро убьют. А если так, да. Обычные солдаты с автоматами, то вроде ничего. Не, они не пробьют, у меня бронированные шины стоят, да и сама машина бронированная. Угу. Так, ну все, давай, чувак, уезжай, давай направо ты поедешь. Почему ты налево поехал? И он разворачивается? Он контролирует, я вижу.
Ну давай, садись, погнали. Давай. Пока он там пытается лавировать. Так, бомба. Отлично, привет, военка. Отличное приземление, прям на колеса. Да, и, это радует. Да, в принципе, нифига так, себе, 4 звезды. Там уже взорвалось что-то, отлично, нас уже стрелочки перевели, нас сделают. Так, я сейчас еду в ангар, сажайте в ангаре и бери истребитель. Вот, давай, 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 давай. Бери. Я поехал в ангар. Так, я сажусь, попытаюсь взлететь. Пока танков нету тут. Да-да-да. Ух, как он долго залазит в этот истребитель. Нет, чувак, пожалуйста, да, вставай быстрее, быстрее, вставай, да. Вставай, вставай. Ну, инспектор Гаджет, вставай быстрее. Так, где тут взлетная полоса? Где тут взлетная полоса? Ой, уже там. Все, все. Миссия выполнена. Пожалуйста, не надо, промахнись, спасибо. Еще раз промахнись, чувак. Давай, мимо стреляй, мимо стреляй, мимо стреляй, мимо стреляй, мимо стреляй, мимо стреляй, мимо стреляй. Упс. Какий человек. Ты умер? Да, он нет, такого, да. Я заметил, что, кстати, тут работает у тебя автоприцеливание. Ага. Такой мой фургон не запрыгнул. Ты улетел? Да-да-да, я летаю над базой. Отлично. Давай, главное не умирай, чтобы там снова не прыгать. Я сейчас пойду найду машину какую-нибудь по-быстрому. Вот, например, вот эту могу взять. Баба, стой. И постарайся запрыгнуть. Ух, как я взорвал вертолет. Да. Это может пока надо ноги там полетать, только аккуратно. По военке бьют, ракета летит! Ракета! Упс! Я вот просто посмотрел назад, там вот так с тобой такая ракета улетает. Опа! Нифига себе, ты прикинь, за нами уже игрок вылетел. Ааа, я умер. Ты умер? Да. Это знаешь, это не ракета была, это игрок на вертолете за нами прилетел. Прикинь? Я вижу там. Что? Почему там далеко ты появился? Сейчас за тобой заеду. Давай. Вот, вот тут можно перепрыгнуть с дороги, вот этой. Вот я и с дороги хочу. Ага, самый простой способ. Так, это ты? Да. Так у меня не моя машина, ну немножко да. Медленнее, но... Блин, еще игре темнеет, а у меня наоборот солнце, прям монитор как-то не купит. Что? Начинается веселье. Так, я беру сейчас руки РПГ. Это тот чувак, да, с вертолета? Да, он тут летает. Так, у меня осталась одна... Так, где он? Я а он на истребитель летает, он не на вертолете. Не, он на вертолете, вот он, смотри. Он на истребитель летает. Это он? Да, вот я его обстреливаю. Сейчас пулеметиком попробую летит ракета. Он меня опять убил. Ну он да, подорвал. Ну конечно, с пулеметом тяжело его будет подорвать. Угу. Но хоть как-то чувака надо наказать. А я его не убил, хоть я и него и... Да иди ты в сраку! Сколько? Блин, у меня просто видишь, у меня нету тоже. Что это такое происходит? Ребят, вы это. Ребята, тайм-код и лайк за это, пожалуйста. Посмотри, что с ним происходит. С кем? Вон, чувак, посмотри на этот. Сзади. Там. Вижу, 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 вижу. Вот это баги, вот это баг, реально. Вижу, нифига себе. По-моему, ворвался. Тут... Так, сзади, а ну вот смотри, сзади, да. Подорвал. Ух ты! Вот это я чётенько. Это красиво было. Я говорю, он этот чувак на вертолете был. Ну и самолет. Да. Прямо самолёт, охота самолёт. За. Так, чувак появился, чувак появился. Я вижу. Сейчас мы возьмем мы. Что ты на полицейской машине? Я его убил. Дальше. Я... Нет, я его убил. А ты одного, я другого убил. Да. Подорвали. Ну что ж, начинается веселье, походу, ребята. Где? Сзади два чувака. Это, наверное, тоже банда, знаешь, какая-то. Ну, по-любому. Ну не сзади появились. А, меня еще копы обстреливают. Меня тоже. Надо брать машину и, короче, валим и, на. И валить, да, отсюда. А, мы что-нибудь найдем. Вот, есть что-то. Эй, стой! Зараза. А, меня убили, снайперки. Ай, тоже убили. Мне бы тоже снайперку. Меня убили копы. Ну ладно, война так война, ребят. Так, сейчас где я появился? Я одного убил. Ну там еще один бегает. Ага. Я где-то имел. О, все, я расстрелял с этого. С пулемета расстреливается он быстро. Да. Так, это ты? Не убей меня. Я тут наймусь, тут чувак тоже гоняет. Так где он? Ай, убил снайпер. И меня убил. Вот зараза. Так, мне бы тоже снайперку. У меня просто еще уровень не такой большой. Так, это ты? Да, это ты, чувак там.
убил все из пулемета. Все, берем. Вот, посмотри, Санчес стоит. Погнали, берем Санчес. Вот ты можешь сесть? Давай, давай. Поехали. Куда? На базу? Да, чай. Давай. Да твою. Что? Как он меня убил? Тебя убил? Ну, он меня убил. Не знаю как. Этот убил. Да, да, да. Коп? Угу. Так, там чувак. Короче, все, идите нахрен. О, садись сейчас ко мне. Давай, 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 давай. Садись. Все, погнали, короче. Давай. Поехали на гору. А, меня сейчас убьют. Ай! Офигеть. Ну, блин, копы, конечно, не дают. Вернее, это вояки. Да. Кстати, что за... Хаос какой-то. Что-то за отражение около меня тут. Это. Господи, испугался. Чего? Что-то такое происходит. Да тут просто... Чувак, серьезно, что ли? Ну ладно, война так война. Да тут меня убивают просто. А там отражение было, будто это... Какая-то текстурка зависла. Это была... Башня еще. Радар, вернее. Ну, если на это можно будет поедить. Так, на машине нет? Да, я на машине, но я не знаю, где ты. Я справа. Вижу. Это я был. Сейчас. Так, давай тогда быстренько едем туда, перепрыгиваем. Не будем останавливаться. Да, гору, да, едем обратно на ту гору. Или здесь? Не-не-не, вот тут, вот тут. Если получится, давай. Главное, чтобы нас... Получится на моем ли... Да? На моей или на моем ли драндулете это получится, на твоем? Тебе надо было разгонера больше взять. Наверное. Да. Там прыгают. Да, да, да. Обычно в другом чуть месте, вот тут правее чуть-чуть. Но мне. Опа! Нифига себе! Чувак истребитель украл! Так, сейчас начнется. Мне бы машинку какую-то. Быстрее садись, дебил! Как уже долго садится, а? Все, берем сейчас машину какую-нибудь по-быстрому. Вот, я нашел машину, вот. Садишься? Да, давай. Давай. Что? Да не ах ты, сука, за рулем. Давай, 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 давай. Ах ты, припарковался. Дайте мне выехать. Смотри, офигеть, они наглые. Как давно я автоимя не видел, господи, как же удобно. О, нифига тут ты запрыгиваешь. А, ну, в принципе, нормально. Ну, очень так нормально. Так, где бы тут выехать? Вот выезд есть. Справа. Ага, вижу, вижу, вижу. Так, все. Давай погнали по горам. На истребителе, да? Mm-hmm. Где они? Чуть-чуть вот дальше. Слева, вот тут ангары будут. Ага. Вот тут огромный ангар можно заехать. Так. Можно, например... Вот. Давай, вылазь. Давай, я тут. Езжай. А, танки уже появились. Ух, чувствую, я не успею залезть сюда. Он... Нифига себе! Нет, пожалуйста, танки. Давай ты выстрелишь, промажешь. Нет. Промаж! Не, пожалуйста, не стреляй, пидик. О, промазал. Промазал? Нифига себе! Я улетаю! Я улетаю! Я улетаю! Не попал! Ха-а-а, улетел! Это повезло. Меня с первого раза просто-напросто попал. Я еще даже не успел прикоснуться к истребителю, он меня уже убил. Зараза. А это сидит? Нет, подбили! Подбили! Катапульт! Я катапультировался! Я на базе все еще! Я катапультировался, но меня сейчас будут вояки отстреливать! Ну давай, ты сразу садись во второй! Да я пытаюсь отлететь, но меня сзади... Что? Нет, не убивай меня! Убили! Убили! Ну, я еще одну попытку! Не вижу этих вояков! Я их просто не вижу! Ух ты, как я перелетел! Все, нормально. Здесь тоже постараюсь машинку сделать. Нормально. Фу, нужно бы танк угнать, если бы получилось. Так. Отлично, где ты? Где ты, истребитель? Ай! Вот это он, ты мне ногу сломал, сука. Ай. Чё ты мне сигналишь, урод? Нет. О, отлично. Меня так бесит, что он так был... Да они издеваются. Меня опять убили. Ну давай, сейчас садись ко мне. Давай, так, ты где? Вижу. Ты на дороге. Да. Вроде не мешает из игроков, поэтому. Я не успеваю залезать. А может вдвоем залезем в один истребитель? Нет, нельзя залезать. Нельзя? Там вроде два места там, есть. Там на одно место. Мы уже пробовали на одно место, к сожалению.
по сути, в реальной жизни там вроде два места, да? Ну да, да, да. То есть помощник дать еще есть, но тут именно один. К сожалению, день рождения только раз. Ты тут запрыгиваешь? Ага, да, я пришел вот по этим камням. Ага. Так, круто. Да, давай, может, какое-то другое место, а то меня на том месте уже два раза убили. А ты куда уезжал? О, вот сейчас налево, когда там, где я тебя высадил в последний нет, раз. Нет, вот открытая местность. Давай по-быстрому сейчас успеваем. Ангар, в принципе, сам. Да, в ангар лучше, мне кажется. Потому что меня тут сразу расстреливают. Так, вроде пока никого. Опа, тут только один. Садись. Вылезаю. Давай, ну, давай, да. давай. Я пока погнал. Если есть истребители... Ой, истребители, говорю. А, ну тут только один чувак пока. А вот и танк. Так, он меня не попал. Не попал. Главное, чтобы меня тоже не попали сейчас. Я взлетаю. Взлетаю, пытаюсь хотя бы. Так, ну ему, в принципе, долго не ехать. Не попал, зараза, не попал. Все. Так. О, для меня ему долго ехать. Я сейчас тоже надеюсь на что. Если что, лети, полети в ЛС. Ага, уже лететь? Да. Ладно. Господи, какой я идиот. Я прям чуть-чуть сделал. Ты пока развлекайся там. Я пока не развлекайся. Не да я просто случайно я выстрелил с ракеты и попал в машину, которая по мне стояла, и она подорвала истребитель, я бегу на другой. Ага. А как с ракеты стрелять в этом истребителе? А, X, если ты с джойстика. А, нет, я не с джойстика. Но на правую кнопку это пулемет. Но надо менять, значит, как-то оружие. Да, наверное. Было бы. Знал бы я. А, вот ракеты. Это когда хрена мне, это дебилизм. Ага, я понял, я понял. А, там тоже. Просто я могу подорвать просто. Ладно, еще одна попытка. Взорвался. Нет, я танк пытаюсь подорвать. А ты что, уже взлетел? Нет! Я с РПГ пытался его подорвать. Три раза в него попал. Не получилось, он так и не взорвался. Да. Мне кажется, на джойстике намного удобнее управлять вот этим истребителем. Нет, там, понятно. Не-не? Ну, потому что мне как-то очень сложно им управлять. Не, я тебе рекомендую реально купить джойстик. Да, я так сейчас и смотрю. Потому что, знаешь, на мышке, когда ты тянешь мышку вниз, он взлетает вверх. Когда вверх, он направляется вниз. Не знаю, почему это бред какой-то. Логично. Логично? Вниз-вверх? Не знаю, мне как-то это очень неудобно. На джойстике также нажимаешь... Давишь вниз триггер, и он поднимается вверх. Ага. Вниз это... Вверх, если давишь триггер, то он вниз полетит. Не знаю, мне когда-то очень неудобно. Фух, а на вот это... же так же. На полетном штурвале так же ведь. Вниз... Ой, на себя тянешь ручку, он вверх полетит. А вниз давишь ручку, то это он наоборот спускается. Угу. Ну просто... Реально... Ну просто когда на вот этом нумпаде, знаешь, там на вот этих в цифрах играешь, то там когда нажимаешь вниз, он летит вниз. И нормально. Но там не очень удобно играть, потому что просто-напросто ты не можешь стрелять, ничего. Так, сейчас я разворачиваюсь. А ты где вообще? Да, я летел на истребителе, взорвался. Сейчас я опять быстренько туда доеду. Я пока снова пытаюсь проникнуть. Ага. В тот раз не получилось? Нет, там меня полностью вообще окружили. Ну, в принципе, мне кажется, самый лучший способ это в том ангаре, да? Да, оттуда самый легко украсть его. Потому что тут везде открытая местность. Да, они сразу убивают тебя. Так, все, я залетел на 9 месяцев, сейчас, я надеюсь, получится все сделать. Давай, да. Так. Сейчас еду в ангар. Ага, ну мне там, я не знаю, сколько осталось, 3 километра, я быстренько доеду. Ну видишь, я говорю, я сглупил из-за того, что я выстрелил случайно из ракеты и попал в машину, в которой у меня стояла. Она подорвало мои свидетели. А, ну сейчас, в принципе, я вообще легко улечу. Никого нету, никого? Карта вообще пустая. 4 звезды вообще ноль просто. Кто на базе, никого. Ну давай, я быстренько сейчас доеду. Ты тут заспавнил. Ядри, сколько вас тут заспавнилось! Так, танки взрывают меня, пытаются взорвать, но у них ничего не получается, я улетаю. Улетел, ну замечательно. Я сейчас тогда сам попробую. Если, конечно, получится. О, я тебя вижу. Это ты едешь? Ну, да не, я на машине еду. Ну вот это. А, да, да, во-во, ты надо мной пролетел. Давай, начинается погоня за это. Да не. Кайф. Не нужно. Ты на такой машине сможешь. Я бы баханалию устраиваю.
Ох, ёп, как мать, как я попал, а? Это ты его убил? Я вертолёта взорвал. Ага. Так, я... где ты? За мной едешь, нет? Я лечу, да. А, вижу, вижу. Ладно, буду взять, я тебя подарю. Мне, блин, напоминает, это из комбат. Это было близко, да? Или оп. Нет? Чего? Это было близко. Не знаю. Попал? На тебя и... Опа, нифига себе ты передо мной взрываешь вот это. Так это экшон надо устроить. Экшон, да. Без него никак. Ну, я еще в туннель заеду, все, ты меня там не сможешь тронуть. Да ладно, не буду, не буду. Не, не буду. За тобой вертолет. А, ничего не сделаю. А мне интересно, почему за мной две звезды? Я же в преступника стрелял, то есть в тебя. Но это все равно считается. Зараз. Стрелял, нарушает порядок. Ну, в принципе, вот, да. Но я, по сути, помогаю военным словить преступника. Не колышет их. Да, их как-то это не очень волнует. Иди сюда, зараза, дай мне свою машину. Прям не надо. Ай, нифига себе, я себе тут сам пробку устроил. Дайте мне выехать, паскуды! Откуда твари? Толкни, 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 еще потолкни, круто. Все, нифига себе. В одиночке, конечно, такого хаоса нету, как тут. Кто мне колесо пробил? Дайте мне другую машину. Мне угрожают тут, не стоило переходить мне дорогу. Все, ты труп. Угрозы пошли. И, блин, ну нам... О, да, у меня это теперь появился, ты... Да я спаксов назначил. О, кто... Это ты? Кто меня убил? Нет. Киберкоп тебя убил? Да, может. Офигеть. Ладно. Не пишут. Да-да-да. Так, ну все. Вроде больше погоны за мной нету. Погонов нету? Блин, надо будет купить тебе погоны. Погони нету. Погоню тебе надо будет купить погоны. Да, нужно погоны, будет. Погоны, все купить тебе надо. Я пока отлетаю, устраиваю в канале, всех взрываю. Давай. Я еще одну попытку устрою. Это нифига вот это себе! Было близко! Вот это было близко, ребят, лайк. Прямо передо мной. Я думал, это просто кто-то едет, и я решил выстрелить. Вот смотри, офигеть. Далеко. И просто в миллиметре от тебя там. Так, все. Давай, 4 звезды. В тот ангар заеду быстренько, если получится. Прямо над водой летаю, вообще миллиметраж у меня над водой. Так. Ой, цепанул воду. Цепанул? Я что-то отвалилось. Крыло. У меня этот регулятор высоты отвалился. Слева есть? Ну, управляет, а правого нет. Но у меня все равно нормально, вроде послушно. Так, я машину так офигенно припарковал, главное еще не задеть. А там пофиг будет, истребитель, в принципе. Ой, нет, у меня сдвинулся стрелять. Нет, не взрывай! Нет, успел. Фу, успел улететь. Слоняйся! Летит в тебя ракета! Так это ты меня убил! Я не стрелял! И меня подбили! Игрок Щербинин убил вас! Ой, лол, и меня подбили, я выпрыгнул. Офигеть! Короче, сейчас будет приземление на тебя. Нет, я на базу приземляюсь. А ты где? Где появился? Да ты меня убил! О, ясно. О, я знаю, куда приземлюсь. Сам же главное говорит, осторожно, за тобой ракета летит. Так я и говорю, я случайно тебя выстрелил, ракета полетела, но я не думал, что она все равно долетит. Что? Кто меня подбил? Я на парашюте всего лишь летал, вы офигели что ли? Нифига себе, в воздухе тебя убили. Да, так я на парашюте летел. О, я предлагаю завершаться сегодня на этой эпичной. Да, в принципе, можно, да, согласен. Так что с вами был Щербинин Эдисон. Ребят, подписывайтесь на наши каналы. Лайки ставьте за такие серии. И если хотите больше таких серий. Да, обязательно. И вот это просто золотой закон. Если хотите, чтобы больше мы позаписывали. Вот. И всем удачки. Пока-пока, ребят. Всем пока.